Добрый день, это второй видео отчет после сеансов с Давидом, которые у нас проходят 2 недели. За 2 недели у нас есть кое-какие изменения. Ребенок стал более осознанный, лучше понимает обращенную речь к нему. Также вчера очень важный момент был. Я взяла книжку, и он показал мне правильно несколько животных. Нашел правильно там крокодила, жирафа, бегемота. В общем, показал все верно. Также потом перелистнули пару картинок, и он отличил, где ягоды, где цветы. В общем, показал первый раз мне за 4 года, где цветочек, а где малинка. Это очень важно для нас, такого раньше не было. Также ребенок стал более активный на площадке детской, стал замечать некоторых деток, улыбаться им, так скажем, заигрывать взглядом. Вот. Еще он стал активный на площадке в том плане, что раньше у нас было только одно занятие, это катание на качели. Он мог полчаса, час кататься. Сейчас он может покататься на горке, пойти залезть на турник, походить там, листики пособирать. В общем, появились новые какие-то занятия. Вот. Это тоже очень-очень важно. Еще такой момент, он мне показал, где глаза. Тоже так необычно, раньше этого не было. Показал, где у меня глаза, нос, рот, ну такое, я не знаю, волшебство какое-то, что ли. Спасибо большое Давиду, всего доброго, всем удачи, всем успехов, верьте в чудо. Звоните Давиду, он вам поможет. Всем пока.